Сегодня 21 апреля, день местного самоуправления. На базе школы номер 8 проводится открытый урок по данной теме для 8 классов, для того, чтобы дети узнали, что такое самоуправление. На данном уроке мы рассказали общее понятие, что такое местное самоуправление, и на примере нашего городского округа Красногорск, про главу, про совет депутатов. Также мы предложили принять участие в игре небольшой, представить, что они маленькое какое-то поселение, какой-то городок, и создать свой герб. А именно, не просто герб, который им нравится, а именно показать, что их город достоин чего-либо. То есть, может быть, какой-то интересный завод, может быть, какой-то интересный, как у нашего, на примере нашего Красногорска, усадьба. И в конце урока мы сделаем публичные слушания, чтобы они тоже поняли, что такое публичные слушания, и расскажут, вот, в наш герб, нашего такого-то города.